улыбается Дед Мороз. Что он приготовил нам? Вот вопрос. Загадай желание, сладко спи, и получишь новенький PSP. Чтобы ваши глазки и глазки ваших родственников только улыбались от счастья. Ну что, мы начнем наш концерт. Наши дети уже, слышите, готовы в бой. Так что я пошла за ними. Спасибо. Спасибо. Новогодний праздник. Праздник волшебства, сюрпризов, необычных приключений и подарков. Открывает Новый год сказочные двери. Пусть заходит в этот зал, тот, кто в сказку верит. Пусть заходит в этот дом тот, кто дружит с песней. Начинаем зимний праздник, нет его чудеснее. Пусть звонко музыка играет, сияет наш нарядный зал. Сейчас, друзья, мы начинаем веселый новогодний бал. Несет в мешке, он торопится скорее сказку сделать детворе. Исполнение желаний, радость взрослых и детей, хороводы и игрушки будут с елочкой теперь. С Новым годом мы сегодня поздравляем вас, друзья, и, конечно, вам желаем только мира и добра, чтобы жизнь была красивой и веселье через край. А ну давай, моя Россия, дружно Новый год встречай. Чудеса мы ждем.
волшебное мгновенье снова праздник принесет. Тогда будет много счастья, каждый ждет его из нас. Ах, как хочется, чтоб это наступило все сейчас. С Новым годом мы сегодня поздравляем вас, друзья. И, конечно, вам желаем только мира и добра, чтобы жизнь была красивой и весельей через край. А ну давай, моя Россия, дружно Новый год встречай. Назад немножко сделайте полукруг, чтобы все детки поместились, чтобы всем хватило места, и ваши родители вас увидели. Ада. Здравствуй, праздник Новый год. Как у нас красиво. Дед Мороз уже идет по большой России. Он заходит по пути в города и села. Он заглянет и сюда, в детский сад веселый. Здравствуй, праздник новогодний. Праздник елки и зимы. Всех друзей своих сегодня приглашаем в гости мы. Катюш, золотым? Золотым дождем сверкает, так что уютно с этой дом. Елка гости приглашает, где-то парни там. Я стал. Играй, танцуй, шути, все цветные конфетти. Лучше не бывает зала, краше елки не найти. Даша, да. Нам пришел сегодня праздник. Так вставай. Так вставай. Так вставайте в хоровод. Вера. Нет. Нет ведь праздника. Нет ведь праздника. Прекрасник. Прекрасный. Чем веселый Новый год. Кирочка. Если мы поверим в чудо, значит сказка живет. А без чуда не бывает Новый год. Эрик, дорогие наши. Дорогие наши гости. Час веселья. Час веселья начинается. Настает. Диана, ну заверши. Здравствуй, самый лучший праздник, долгожданный Новый год. Yeah.
расходимся на полукруг, чтобы вас все видели. Расходимся. Демид, иди с этой стороны, с Левой, стань, пожалуйста, ага, вот с этого, молодец. Начали, Верочка. Слева снег звенит, счастливый, наша елка высока, разукрашена, красиво, достает до потолка. Всем нам очень нравится елочка, красавица. Скажем, мы и дружим громко, здравствуй, елка. Сложно цветными огнями зал наш праздничный сияет. Ты на новогодний бал елка вдруг нас приглашает. Висят на елке жарки, красивые фонари, и булки, и рыбы, и другие. Андрюша, говори. Будем все вместе плясать и резвиться, елочка наша пусть удивится. Софийка. Милая елочка, как ты красиво, ты в дворе принесла Новый год. Демид, встанем мы в круг, улыбнемся игриво и вокруг елки. Начнем хоровод! Иди сюда, мой
хорошая. Видишь, какие красивые. Уже новогодние, украшенные. Так вот почему в нашем зале новые часы. Это Дедушка Мороз их оставил, чтобы мы следили за временем. Волшебные часы, подскажите нам, сколько же минут осталось до Нового года? Минутки, Саша, минутки. Минутки, минутки, минутки. Сейчас мы сосчитаем. Мы новогодние минутки, не смотрите, что малютки можем время изменять. Все должны об этом знать. Минуты юбилею кубишку составим из минут. Минуты складываем в час, а точно уважают нас. Дело в полночи идет, стрелки движутся вперед. Лишь пробьют 12 раз, ведь и чудо в сей же час. Нарядные. А что у вас тут происходит? Праздник. Да. А давайте мы с вами чуть поближе познакомимся. Да. Сыграем с вами такую игру. Я называю какую-нибудь вкуснятину. Если вам это нравится, вы громко-громко кричите «Я!».
А если нет, делайте вот так. Кто из вас любит яблоки? Я! А кто из вас любит апельсины? Я! А мандарины? Я! А шоколадки? Я! А мармеладки? Я! А кто любит мороженое? Я! А пирожное? Я! А груши? Я! А кто не моет уши? Тоже не мойте уши. Молодцы. А кто из вас любит маму? Я! А кто любит папу? Я! А кто любит бабушку? Я! А кто мучит дедушку? Я! Тоже дедушку мучаете. Молодцы, молодцы. Мне сказали, что вы песенку приготовили. Да. Споете для меня? Да. Давайте. Со мной танец. Все встаем, повторяем за мной. Становимся чуть поближе, можно. Вот, молодцы. Yeah.
Вы молодцы! Умничные! Молодец, закончили! А что у вас тут за праздник вообще такой? Новый год! А что на Новый год делают обычно? Подарки! Подарки? Это я люблю. А кто дарит подарки? Дед Мороз! Дед Мороз! Давайте позовем его, что ли? Да! Давайте на счет три. Да. Все дружно кричим «Дед Мороз!» Дед Мороз! Родители тоже кричите «Мало нам!» Еще! Дед Мороз! Не напрасно праздник будем встречать. Мы нас прекрасны, ждет меня целый год не двора. Этот праздник открыть мне пора. Ну-ка, шире круг, к вам пришел старый друг. Знаю старого, Дед Мороз обидеть рад. Здравствуйте, детишки! Дед Мороз я настоящий, из глухой дремучей чащи, где стоят в сугробах ели, где бураны да метели, где леса дремучие, да снега сыпучие. Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад. Подросли, большими стали, а меня-то вы узнали? Да! Кто я? Правильно, ребята. А как же так? Такая красотка и не светится яркими огнями. Ну-ка, давайте. Мне сказали, что вы здесь приготовили хоровод. Да. Правильно? Девушка, мы приготовили и стихи, и хоровод. Ну, давай, значит, так. Ты что, устал? Устал? Устал. Это сейчас да. Я дам стул, сядь, передохни, дети расскажут стихи, ты послушаешь, передохнешь, а потом мы такой хоровод заведем. Ну, хорошо, давайте. Давай. Эта волшебная снежинка тебе подскажет, кто подготовил слова. Хорошо? Хорошо. Ну что, детишки, вы готовы? Да! Я Зарян Камила. Время сквозь пальцы песком утекает, будними часа, недели, года. Привычный уклад неправильно меняет, когда хвала вокруг елки, огни, суета. И пусть в эти дни волшебство приключится, желание радости сказочных дней. И сказка вам в дверь в тот же миг постучится, желание ваше исполним скорее. Ой, какой хороший стишок. Спасибо большое, мне очень понравилось. Болдырева Ника. Дети елку наряжали и игрушки посчитали. Раз висит на ветке слоник, два хрустальный снежный домик, три фонарика с огоньком, а четыре ванной гном, пять веселый Дед Мороз, что он на мешке принес, шесть орешек, а седьмой колокольчик золотой, восемь шарик, весь не буду пусто, он попал в кругу, а девятая, смотри, на верху звезда горит. Целый год мы ждали праздник и подарков, и конфет. На снегу вчера я видел Дедушки Мороза след, а сегодня вот он рядом. Открывай, скажи, мешок, знаешь, как я долго учил этот маленький стишок. Молодец, Никишонкова Маш. Давай. Микрофон, он же милый, поверни, Машуль, давай. Милый и красивый, с белой бородой, дедушка хороший, но совсем теплый. Малышам подарки сладкие принес, самый настоящий, лучший Дедушка Мороз. Молодец. Спасибо. Дети, так, все,
Хорошо. Ну давайте, давайте. Какие все молодцы! Ой, ну мне очень понравилось, очень понравилось. Но чего-то не хватает. Дедушка, а я скажу, чего? Ну? У нас еще есть дети замечательные, которые приготовили прекрасный танец для вас. А где? Можно мы вам продемонстрируем его? Все детки садятся. На места, кресла. Ну, давайте. Дедушка, тебе жарко, наверное, да? А сейчас, ребятки, тебя охладят. Thank you.
Дарья молодцы. А что Диме, дедушке Морозу? А давайте теперь, ребятки, зажжем елочку. Да что ж такое? Кто из родителей не кричит? Я больше чем уверен, что в этом виноваты родители. Ну-ка вместе с родителями. Раз, два, три, ура! Ну теперь уже другое дело. Ребятки, ну конечно подарков вы мне приготовили огромное количество. Теперь, пожалуй, пришло и мое время вам подарки дарить. Но мне нужна будет ваша помощь. Поможете мне, ребята? Смотрите. Чтобы пригласить сюда мой волшебный мешок с подарками, естественно. Вот. Мне нужно, чтобы вы сейчас все стали в круг. Ребятки, кричать умеем? Да! Клопать умеем? Да! Молодцы! Давайте, я стучу посохом, вы топайте! Я стучу посохом, вы хлопайте! И стучу посохом, и вы кричите! А теперь садимся по местам. Так. Я свой подарочный мешок. Ну, ребятки, подсказывайте, где подарочный мешок? Куда он бежит? Где? Тут? Тут нет. Опа, стоять. Опа. А подарки где? Я их спрятал. Куда ты их спрятал? Надежное место. Какое такое надежное место? Вот сюда. Вот и приехали. Что ж нам делать? Ты что, не знаешь, что делиться надо? Это ж все для детишек было. Одну конфету ты оставляешь себе, а другую даешь другу. Вот, и тебе, и ему приятно. Кто такие друзья? У них никогда не было. Да уж. Дела плохи. Что делать будем, ребятки? Я придумал. Сейчас все исправим. У меня есть помощница, которая создает подарки для вас. Давайте ее позовем. Ее зовут Синяя птица. Давайте на счет три кричать: Синяя птица, приди! Yeah.
Вам понравились мои белоснежные помощники? Как хорошо. Тогда дракончик, забирай. Отпустила? Дедушка, к тебе тоже прилетели? Друзья мои, как хорошо, что вы меня пригласили на ваш праздник. Вы такие нарядные. Пончикам тоже очень нравится. Вы такие нарядные, вы такие красивые. Ну, наконец-то я к вам прилетела. А то Дедушку Мороза все зовут на праздники, а про меня птицу счастья почему-то забывают. А ведь подарки для вас делала именно я. Правда, классные подарки? Вам понравились? Вы уже попробовали? Нет. Ну, как нет? Дракоша их съел. Дракоша их съел. Дракончик? Все да. Съел? Да. Вообще все подарки, а где дракончик съел? Да. У него же будет теперь болеть живот. Что же он наделал? А как же вы без подарков? Это вы с ним поделились? Нет. Это ты сам все съел? Да. И ни у кого не спросил, ни с кем не поделился? Да. Ну так у тебя никогда друзей не будет. Ну что ж ты делаешь-то? Ребята, а как же вы теперь без подарков? Не знаю. Не знаете? Плохо. Ой, я даже не знаю. Я ведь эти подарки целый буквально год делала. А теперь-то времени уже и нет. Что ж теперь, детей оставляют без подарков разве? Ну нет, надо что-то придумать. Я вспомнила, нам нужно создать новогоднее настроение. У вас есть новогоднее настроение? Точно? Это, а мама, у вас есть новогоднее настроение? По-честному. Чуть-чуть. Вот, чуть-чуть, видите? Чуть-чуть это мало. А что делают под Новый год? Зимой что делают? Ну, кроме подарков, еще что делают? Елку, я смотрю, вы уже нарядили. Снежки. Лепят снеговиков. Башни лепят. А из чего же мы будем лепить снеговиков? Снега. А где у нас снега? Нету. Еще не выпало. Это все он, жадина. Неправда. В Ростове под Новый год никогда снега нет. Экономит. Тогда, друзья мои, давайте прямо вместе сейчас слепим снеговиков. Хорошо? Поможете? Мне Снежинка шепнула, что в вашем садике вы готовили какой-то снежный-снежный танец, чтобы создать снеговиков. Ведь это же и будет новогоднее настроение, да? Ну давайте, покажите нам свой снежный-снежный танец. Да? Чтоб метелица у нас закрутилась, завертелась. Поет душа, и метель ведет за собой зовет.
минут слепить. Ой, это он. Вот это чудесный папа. Выходите к нам, пожалуйста. Вы нам так нужны. Ребята, вам нужно будет пойти и украсить нашего прекрасного снеговика, чтобы он еще ярче стал. Хорошо? Кто украсил, может садиться. Готовы? На старт. Готовы. Внимание. Побежали. Едем, маму! Хоть рядом поставить. Какие красивые, вообще огонь. Правда, ребята? Да! Так. А у нас тут есть свои снеговики. Да! Между прочим, у них, в отличие от вас, даже есть морковка. Выбегайте. Полетишь с горы кувырком. А я такая ловка, что могу и назад.
правильно? Да! Да! Поэтому сейчас по родителям прямой наводкой! Ой, 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 ой
важно. Пожалуйста, ребята. Ну что ж, нам заполнится охота. Щелкнем общее мы фото. Ребята, давайте собираемся. Привет.